Детское радио представляет. Клуб по интересам. Слышишь звон и знаешь, где он. Эту слегка перефразированную пословицу можно применить к коллекции, которую мы сегодня увидим. Мы в гостях у коллекционера компанофилиста. Проходите, пожалуйста. Компанофилия – так называют коллекционирование колоколов и колокольчиков. Они такие разные – большие, маленькие, медные, стеклянные, глиняные и деревянные. И сколько же у вас колокольчиков? О, сейчас уже 234 штуки! Когда в моей коллекции появляется новый экспонат, прежде чем поставить на полку, я его фотографирую и заношу в каталог. Но самое интересное – это разглядывать их, узнавать, что и почему на них изображено. Посмотрите, вот с этого керамического колокольчика его привезли из Праги, и началось мое увлечение. На нем нарисованы два черных кота, веселый трубочист и написано «Жизнь прекрасна». Как мелодично он звучит. Я легко узнаю их все по голосам. Вот китайские колокольчики. Вместо языка у них ударные молоточки. Вот деревянный из Финляндии. Он тоже с голосом. Внутри встроен бубенчик. Вот белый глиняный с надписью «Большое Болдино». А вот колокольчик с Байкала. Не круглый, а длинный, вытянутый. На этих полках почти весь мир. А всю коллекцию я бы назвал так: звонкая энциклопедия. Это точно. Благодаря своей коллекции я узнал много нового о разных странах. На Руси, кстати, колокольный звон считали звучанием солнца. В давние времена голоса колоколов воспринимались как дар неба. Многие до сих пор верят, что он приносит счастье и оберегает от зла. А вот самые голосистые – валдайские колокольчики. У них дивный, чистый звук, малиновый звон. Это как раз про них. Если я не ошибаюсь, это название связано с именем города. Да, есть легенда, что Петр I во время путешествия по Европе побывал в бельгийском городе Малин. Там находится знаменитый собор с уникальными колоколами. Царю так понравились их мелодичные переливы, что он назвал их «малиновым звоном». Как интересно. Да, сегодня мне удалось не только послушать малиновый звон, но и узнать много нового. Спасибо вам. Пожалуйста, приходите еще. Клуб по интересам.